И сегодня же Владимир Путин дал старт строительству нового предприятия – Амурского газоперерабатывающего завода. Участие в церемонии президент принял по видеоконференции. Он посмотрел презентацию проекта и пожелал успехов компаниям, которые его реализуют. Это «Газпром» и «Сибур». Известно, что завод станет одним из ключевых объектов проекта «Сила Сибири». По газопроводу на него будет поступать сырье из якутского и иркутского центров добычи. Но потом продукты переработки будут отправляться на экспорт, в том числе и в Китай. В год на предприятии будет перерабатываться 49 миллиардов кубометров газа. Оно станет еще и крупнейшим в мире производителем гелия. Стоимость проекта примерно 790 миллиардов рублей. Окончание работ запланировано на 2025 год.